Я привет, Казинаш. В лапке на кухне. На улице дождь идет. Мы тут что делаем сейчас, придешев вас. Тут пережариваю мясо. Вот так тонко соломкой порезала. Здесь свекла. Здесь вода. Здесь говяжьи лыбки на бульон. Сейчас мясо потише сделаю, потому что здесь вода уже кипит. Сейчас, секунду. Вот здесь вода кипит. Это для фунчозы. Вот я покупала, помните, на оптовке? Сейчас буду заливать сюда водой. Ой, сейчас как вас не уронить, блин. Так. Я сейчас сюда лук закину. Мясо. Вон лука сколько. Ой, это стучит, блин. Люблю таких чугунных казанках готовить. Советские еще. Так, пускай тушится. Так, эту воду надо выключить. Так, у вас поставить, чтобы чайник на подоконе поставил. Кастрюля, видите, без ручек. Спалились они. Одной ложкой везде. Раньше, по-моему, была рисовая лапша. А это, смотрю, крахмальная. И просто заварить легко. Я раньше почему-то отваривала. Кола. Это просто вода была чистая. Сейчас убираем ее. Так, вот где ложка моя. Пошлите. Со мной казанок. Чугунок. Так, лук маленько. Маленько лук пережарился. Смотрите, что у меня есть. Джусай. Вот так порезала. Это кинза. Пучок порезала. Это чеснок порубала. Это болгарский перец. А это морковка есть. Пол редьки было. Тогда думала выбросить. Думаю, нет, пускай лежит. А теперь, так, люди мои, стоять. Все вместе проверим. Сюда поставим. Опа. Так.
Ничего, так я сегодня кулинар, да? Хоба, хоба. Розы, видите, мои? Еще. Вот это что-то обиделась на меня, роза. Эти вот распустились. Сейчас. Чистый тарелка вот здесь. Здесь что было у нас? Ой. О, где шкаф, видите мне? Так. Ой, вчера здесь на тумбочке вроде убрала. Здесь швейная машинка стоит. Вот она. Это мои лечилась, которые бумажки. Это я сегодня последний укол, последнюю систему сделала. И, короче, прописали опять свечи. Анализы, в принципе, нормальные все. Это я вам в машине показывала. Вот такие свечи. Залаин. Ух ты. Одна штука. Куда-то. И лактоженаль. Вот. 5000 тенге стоит. 5,90. Йокалэмэне. Да? Вот. Вот 5000, видите? Где? Видно, нет? Сейчас. Вот 5000. Чик, чик, чик. Это кто помнит от советских календарей? Календарь берешь, сюда вставляешь, зажимаешь, и он лежит. А сейчас под телефон, только стоя, если смотреть. Поставил, стоил целых 50 копеек. Крема пустые баночки я не стала выбрасывать. Я в них пуговицы такие. Ой, что-то черная такая вся. Вот. А надо вот так вас поставить. Против света. Во. Можно подумать, я так белая, да? Из-под крема. Эти булавки. А это я просто этикетку убрала. С Вьетнама привозила этот алоэ гель. Ой, 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 вот там что там? Я-то вообще-то кушать готовлю. Ой, пошлите. Что там творится? Так, стоять. Стоять, пожалуйста. Так. Сюда что мы кидаем? Болгарский перец. Так. Так, а здесь что творится? Здесь что творится? В этом. Ой. Ну, запах не люблю, когда обшибли. Но вкусное-вкусное. Ой, надо вилку взять. Сейчас. Вилку надо взять. Она ее расхреначит. Thank you.
Все, пока пускай доходит. Пошли со мной. Так, чеснок, иди сюда. Опа. Две головки чеснока. С огородом. Так. Я попробую миску. И что так? Не сказал, что прям сильно мягкое. И нормально. Мяса мало, потерялось мясо там. Угу. Так. Что-то я вас замотала, да? Вот чесноком запахло. Так. Еще. Вот так порезала на эту. Как на приправу. Ой, други мои, она все масло сожрали они. Надо маленько масла добавить. Опа. Угу. Одной ложкой, но я помыл ее с бульоном варится. Пошлите ко мне со мной в кастрюлю. Короче, два болгарских перца. Ой, болгарский перец разрезала, бросила одну луковицу в кожуре. Вот такая, ой. Вот так, ой. Вот такой масел. Ой, вот мясо. Вон мясо сколько, видите? Потом вот такой масел. Вот мясо. И, ой, и вот такой маленький масленок. Сейчас я на соль попробую. Ух, над этим над. Опа. Потом я посолила. Сейчас. Сейчас. Вот я не помню, туда соль и соус, по-моему, добавляют. А я добавлю. Так, а что ты не откручиваешься? Ой, блин. Вроде открытая же. Сейчас, други мои. А, она прилипла. Угу. Сейчас. Опа.
Опа. Соевый соус. И вот такой есть соус чили. Чуток. Опа. А то он сильно острый. Сейчас. Я, наверное, огонь там убавлю. Угу. Пускай они пока потусуются все. Здесь все попробую. Ох, жирный какой. Чёчная такая соль. Так. Сейчас. Как бы вас поставить? Сейчас я его беру. Так, здесь что творится у нас? Здесь что у нас? Стойте, пожалуйста. Так, надо попробовать. Лапшичка прозрачная, видите, крахмальная. Нормально. Так. Теперь надо слить. Сейчас другие мои без вас сольют, а то будете всякую фигню смотреть долго. Ой, блин, я не умею, говорю же, работать и разговаривать. Я хожу, своими делами занимаюсь. Короче, процедила лапшу. Не процедила, а слила воду с одной пачки. Такая кастрюлька половинками шла. Маленько поджарку присолила. Сейчас хочу паприка копченая. Так. И чуть-чуть у меня есть красный горький перец. Чуток. Совсем. Там бумажка, блин. Бумажка сейчас не свалилась. Так, совсем чуток. Так. Смотрите, там какая картина. На камеру не так видно, красивенькая. Красный перец, зеленый чусай, чеснок. Морковка. Вот. Сейчас. И, наверное, нужно сразу кинзу бросить туда. Вот это оргстекло уже 100-летнее. Но мне нравится на ней резать. Сейчас, знаете, все чудо туда, что сыпанем. По слогам надо разговаривать мне. Сейчас. Сейчас будем мои сейчас. Я... Ой, где?
Сейчас, друзья. Вот. Кунжут. Белого кунжута надо сыпануть. Так. И теперь помешать. Надо мне на соль попробовать. А? У меня. Вот. С чесночком, видите? Сейчас попробую. На соль, блин. Вот так. Что-то не знаю, по-моему, маловато. Опять мясо попалось. Когда надо. Не знаю, кажется, нормально соли. Вот этой штукенцией попробую переложить лапшу сюда. Потому что там все равно вода сливалась, все равно вода осталась. Или нет? Нет. Зря запачкала. Оба. Так, это закончим. Так, надо все попробовать перемешать сейчас. Огонь убавлю. Маленько. Хорошо, одну пачку лапши сварила. Я еще хотела две пачки, думаю. Ой, мало будет. Смотрю, мяса мало. Маленький кусочек. Потому что там в основном курица в холодильнике. Ну ладно, в одну сварю лапшу сейчас. Плохо переворачивается. Лапши много стало. Надо, блин, половинку, наверное. Вот она. Плохо размешивается. Все выключаю. Надо еще размешать получше. Фунчоза. Но я люблю такую. Так. Сейчас пускай они там все переженятся. Лапша с приправой. Сейчас надо этот, сейчас, друзья, посуду надо помыть. Thank you.
хозяйственное мыло мою. Посуду. Когда шкаф высоко висит, неудобно, блин. Руки, когда мокрую тарелку поднимаешь, она вся вода в рукав сливается. Вот эта вещь я покупала как подставка, когда кушать готовишь, ставить. А потом давно тарелочку поставила, все, а это как мыльница стала у меня. Так. Сейчас чуть маленько вас на паузу поставлю. Так, я налила 2 пиалки маме себе бульон. Сейчас надо будет лук порезать. Ой, сейчас секунду. Он, в принципе, чистый. Так поставлю вас. Ой, что-то вы кривенько стоите. Здесь белый ржаной хлеб, сухарик делала. Это Зинаш, это маме, это тоже мама, это тоже всегда маме, это обязательно маме, а это Зинаш. Так, зефир пока это сладкий. Так, пойдемте. Вот так. На кухне, конечно, бардачок. Бардачок. Я не знаю, наверное, вот такой фигней надо накладывать этими. Горячий салат. Оп. 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 Не знаю, блин, вроде соль мало. Но пускай лучше будет соль на столе. Пересол на спине. Чистая тряпочка моя. Это Зинаш. Это ложка мамы. Это мамина любимая вилка. А это Зинаш. Ножик убираем. Вот так будем сейчас обедать. Это бульон. Это фунчоза. Теплый салат получился. У меня то же самое. Сухарики. Зинаш будет вот так кидать. Так. Угу. Первый раз так вот, кроме
когда приправу только готовила, тогда снимала вам. Вот. Все, други, пошла маму звать, я на обед. Пока, ваша Зинаш.